Последние события в Западном Бирюлево всколыхнули всю страну. Массовые беспорядки стали не только поводом для разговоров о назревающем межнациональном конфликте, но и вновь поставили нас перед извечным вопросом «Кто виноват?». Варианты самые разные, и представители власти в списке в числе первых. Пока одни ищут виновных, другие пытаются понять, что делать. А самое главное, как избежать конфликта между властью и народом. Предположить, что конфликты между властями и представителями гражданского общества в России исчезнут, значит признать, что наша страна оказалась у демократического пути развития. Поэтому эти конфликты будут, и это нормы. Власть и общество, взаимодействие. Конечно, вечные темы, вечные проблемы и конфликты, как уже Андрей Георгиевич сказал, конечно же, это были, есть и будут. И то, что конфликты сегодня приобретают актуальное звучание в некоторых сферах, это наглядно показывает наша жизнь. Как признают участники форума, единственно возможный выход из сложившейся ситуации – конструктивный диалог между сторонами. Другое дело, как к нему прийти. Вопрос для конфликтологов не новый, но требующий кропотливого изучения. Поэтому подобные форумы становятся площадками для мозгового штурма. Много полезного для себя из возникающих дискуссий вылавливают и студенты. Хочется побольше узнать о своем предмете, о конфликтологии. Попробовать себя в качестве уже, ну, так сказать, на мастер-классе уже конфликтологом. Я занимаюсь данной проблематикой. Сейчас меня интересует сфера межнациональных отношений и какие институты могут быть, институты гражданского общества, как они могут повлиять, как они могут гармонизировать данную сферу и каким образом мы, специалисты будущие, конфликтологи, политологи, сможем повлиять на ситуацию и изменить ее к лучшему. Конфликтология считается одной из самых молодых наук, причем не только относительно временных рамок. С каждым годом она становится все привлекательнее для молодых исследователей. И прошедший форум в очередной раз это доказал. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Юниверньюз.